Здравствуйте, ребята. Я Сидни. Я очень рад, что вы пришли к нам сегодня. Сегодня мы с вами будем выучить русскую и английскую грамматику. Вы готовы? Поехали! Мы начнем с русской грамматики. Здесь русская азбука. Русская азбука есть 33 буквы. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. И краткое К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Щ, Ща, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, И, Я. Мы начнем с английским алфавитом. Как произносить этот алфавит? Как это? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Буквы на фиолетовом цвете, гласная буква, и буквы на голубой цвет, согласная буква. Мы изучаем, как произносить и пишется слова. Эти слова используют согласные буквы и гласные буквы. Первое слово. Bad. Bad. Второе слово. Bed. Bed. Но в этом слово есть А. И в этом слово есть И. Bad и bed. В этом слово есть I. Как произносить это слово? Hit. Это слово есть O. Как произносить это слово? Hot. И последнее слово but. But. В этом слове есть буквы U.